Очередной вечер, так сказать, самоизоляции. И очередной ужин. Я уже веду дневники. Это, получается, называется дневник моих ужинов. Ну вот, дневник моих ужинов. Сегодня я ем рыбу, листья салата, мята. Ну, получается, она... На гриле приготовлена эта рыба. Лимончик. Ну, в общем, все очень вкусно должно быть. И снова такой же салат, как и раньше я показывала в предыдущих видео. Здесь, кстати, я узнала, что это за белый сыр. Это у нас в магазине в Азде, там есть польский отдел. И вот это из польского отдела такой польский сыр. Какой-то он напоминает, знаете, такой творог, молодой-молодой творог. Очень вкусный. А салат такой же, как и раньше, всегда я показывала. Там оливки, огурцы, коржет, это маленькие такие кабачки. Томаты маленькие, много зелени, оливки, там трех сортов, оливковым маслом все это полито. Ну вот как бы, что там еще есть? Ну, как и раньше говорила, что здесь можно фантазировать с этим салатом и делать, ой, всевозможные комбинации овощей и даже фруктов, все вместе, кому как нравится. Сюда можно также добавлять мясо и, допустим, и не есть, к примеру, рыбу, ну, если просто салат. Ой, ну, в общем, много-много всяких идей, это как бы основа такая. А здесь еще есть сладкий перец, вот я забыла вам сказать. Это тоже такой приятный ингредиент, он тоже придает хороший вкус, когда все вместе это. Рыба не жирная. Кстати, не знаю, как она называется. Хотела бы сказать, но, если честно, я не знаю, я не помню название ее. Ну и вот получается вот такая вот комбинация у меня сегодня. Так что... Дневник моих ужинов на самоизоляции пока что продолжается. Не уверена, что это будет сильное такое разнообразие, потому что, ну, как-то... Я вот такой человек, я не знаю, как вы, но вот если мне что-то очень нравится, я могу есть одно и то же блюдо, ну, неделю, а может быть, даже и больше. Это вот если мне что-то нравится. Так что посмотрим, что завтра будет. Так что сегодня, а сегодня это вот так. Так что всем, ребятки, хорошего настроения, здоровья, ну и, конечно же, счастья, как всегда. Всего доброго.